Добро пожаловать на энергетический теннис. Да, я как сумасшедший с собой разговариваю. Раньше я вообще не пил. Ты идешь, что ли, совсем? Ну ты вот тут, ну что? Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете. Всем привет, это подкаст «Быстренько обсудим». Я Аня Войнова, я выпускница, это Сулак Сава, он выпускник, это Сережа Шалашов, он выпускник. Мы все выпускники. И мы больше не будем. Я не вижу номера или адреса iMessage Сулака Савы. Спасибо, спасибо. Давай ты скажешь. «Быстренько обсудим» подкаст. В гостях Сергей Балашов, наш выпускник, актер, артист, ведущий и просто очень классный человек. Сереж, привет еще раз. Ребята, спасибо, какая вкусная кровь у меня в кружке. Да, это фирменный цвет московского городского. Московский городской, классная кружка. Мы же тебе предложили, ты что будешь, томатный сок или кровь? Ты сказал, ну я сразу сказал, да, буду пить. Я как актер сегодня должен вживаться сразу. Ох! Я чай заваривала, я не знаю. Сереж, ты актер? А когда ты вообще решил, что ты будешь актером? Так, первый вопрос. Сереж, ты актер? Я стремлюсь, наверное, ну, кряхчу в этом направлении. Решил? Решил, наверное, ближе к 9 классу. Я же в театральной студии занимался. Вот, меня в 6 лет отдали в театральную студию. Да и как-то вот так вот я потихонечку рос. Думал, что в 9 классе, может, я пойду в журналистику, или вот я пойду в актерское, потому что мне было и то интересно, и работа в кадре мне была интересна. Вот, но вот я понял, что хочу быть артистом. Ты снимаешься в кино, играешь в театре. Кряхтим. Сразу такой вопрос. Где мы тебя можем увидеть? Или могли бы увидеть? Так, можем увидеть из текущих работ. Ребята, приходите. Спектакль «Мой бедный Марат» 19 января, если это до 19 января выйдет. Ну и, в общем-то, на Тикетленде прекрасно можно найти Сергея Балашова, театральный центр «Аполлинария». Это вот все, что касается театра. Что, на сквиз приходите. Я веду сквиз. Это интеллектуальное шоу. Оно проходит в барах, в пабах. Подключайтесь, играйте. Квиз нравится вести? Да, конечно, это такая, знаешь, это работа-хобби. Вот. Это, конечно, такая работа, знаешь, по табличке. Ты вот, вот выходишь там в какой-то вечер, ты что-то поделал днем, и тебе вечером надо тоже уже выжить, найти в себе силы и, в общем-то, развлекать большую аудиторию. И удивительно получается, классно. Поэтому это такое как бы хобби. Прикольно. А когда работа-хобби, это что? Это деньги. Да. Счастье. Это счастье. Да. Это хэппи. Ну, а я подумала, а если ты актер, то когда ты ведешь какие-то мероприятия, ты тоже вживаешься в роль в целом? Или это прям вот, вот приходишь и смотришь на Сережу? Да трудно сказать. Мне кажется, я... Что я делаю это? Да... Да я дурачусь везде, наверное. Ну, в такой, в кавычках. Ну, скажем так, конечно, ты везде какой-то образ там примеряешь, ты выходишь. Где-то надо быть вот таким, где-то вот таким. Наверное, это называется гибкость. Не знаю. Смотря кому что надо. Вы же сами знаете, ребята, как вы творческие, вы тоже работаете на каких-то мероприятиях. Этим надо это, этим надо то. Но я стараюсь к этому как-то с фильтром подходить. То есть работать на мероприятиях, где я понимаю, что, ну, как бы мне в большем процентном соотношении мне будет комфортно. Уживаешься в роль. Кстати, такая история интересная про актеров. Ну, все говорят, вжиться в роль, да, там, mm-hmm. играет роль. И на самом деле многие уже думают, что это как-то вот... Вот как вот вжиться в роль? Это же, вообще актеры так говорят, вжиться в роль? Вот вы говорите так, что я вживаюсь в роль? Я, наверное, в своем случае говорю, что я пытаюсь прыгнуть, наверное, в определенного просто персонажа. Ну и то, не везде... Я сейчас очень плохо скажу, мне, наверное, полетят там всякие, может быть, замечания, а может, ничего не полетит, что это я сразу говорю. Иногда в кино где-то надо быть просто органичным в рамках документального как будто кино, надо быть самим собой и просто грамотно какие-то вот ситуации показывать, делиться ими. То есть ты не прям во что-то вживаешься, когда ты начинаешь во что-то прям вот так вот вживаться, то есть ты начинаешь каким-то быть, ну, там, ненастоящим, что-то вот такое происходит. Надо быть в большинстве случаев нашего, наверное, кино, ну или в том, в котором я принимал участие, надо быть в каком-то естественно, просто состояние. Вот, наверное, вот так я об этом бы сказал. Тебя уже выбрал режиссер, он уже примерил на тебя заранее на пробах, в каком-то костюме будешь, какой тебе грим сделают и так далее. Тебе лишь четко надо следовать его указаниям, и из себя как бы вот как из пластилина вот что-то такое вот лепят. Ну, как-то вот так. Наверное, как-то вот, вот надо просто вот в это прыгнуть и идти вот за этим течением.
Вот какой-то вот такой очень странный ответ, но вот так вот набор просто слов, он вылился, но я попробую объяснить. Давай вернемся попозже к работе ведущим. Мне кажется, это прикольная тема, она интересная, потому что она, конечно, такая очень конкретная, но вернемся, там есть интересные моменты, и у меня есть интересная история про Сережу. Вот. А раз начали о кино, кино это интересно тоже. Как часто ты ходишь на кастинги? Слушай, мне регулярно приходят пробы, но были периоды, когда, ну, то есть молчание могло быть, ну, вот полгода, еще кто-то, еще какой-то даже больше период времени. Сейчас так, ну, более-менее так стабильненько от агента приходят какие-то пробы, но я слышу, что абсолютно нормально, это и к другим профессиям тоже относится, я слышу регулярно нет, потому что... Где-то слышу, да, рано или поздно, да, наступает. Но чаще всего ты слышишь, нет, потому что, чтобы тебя утвердили в кино, очень большой пазл должен сойтись. То есть ты должен, ты должен быть хоть каким-то талантом, ну, как-то правильно записать эту пробу, хоть какой-то там... Ты должен быть не пустым, ты должен как-то записать это все, попасть в идеи режиссера, там, продюсеров и так далее. Раз уж в продюсерах я заговорил, продюсерам ты должен понравиться, все должно сойтись вот там. А если вдруг это сериал там, или платформа, каналу или платформе, на которой будет сериал, собственно, выходить. Вот. И еще актерский ансамбль. То есть еще есть другие чуваки, которые тоже пробуются. И вот этот пазл должен сойтись. Такой бу-бу-бу-бу-бу. Поздравляем. 1% из миллиарда. Вы попали. Вот вы все. Мы вас собрали не случайно. И вот что получилось. Ну и маркетинговая история, конечно. Ты должен понимать, что, не знаю, ты будешь продаваем в этом продукте. Ну, точнее, это должны понимать чуваки, которые принимают решения по тебе. То есть, получается, чтобы в кино... Никак, ты хотел сказать. Получается, что никак? Получается так, да, Слаг. Получается, чтобы залететь в кино, надо много ходить на кастинги. Слушай... повысить вероятность прохода. Подожди, ты говоришь ходить, а ты говоришь записывать. Сейчас ходят на кастинги или это записывают? Иногда ходят. Вот я, смотри, я вам... Я не помню, я не скажу... Ну, по пальцам, наверное, можно сосчитать, сколько раз я был на очных пробах в этом году. Но большую часть времени, конечно, я тратил на самопробы. То есть ты дома там или где-то, ты приезжаешь, например... Ну, у меня вот агент есть, Ира, я... В том числе и большое спасибо, приезжаю к ней в офис, иногда, когда она может, и она, когда проявляет эту инициативность, говорит, Сереж, давай разберем с тобой роль, и, в общем-то, попробуем записать с тобой самопробы. То есть ты записываешь сам собой. Ты записываешь видос, отправляешь его, и тебе потом уже что-то отвечают. А потом, да, происходит какой-то ответ, и дальше это все это какая-то ковидная практика, правильно? Или нет, это еще было до ковида, это еще даже было до ковида. Во время ковида это, конечно, все размножилось, всем эта история понравилась, и типа, вуаля, вперед, давайте записывать самопробы. Угу. Слушай, ну ты говоришь, говорили, да? Ну понятно, что нет, всем, наверное, нет, говорят. Да это нормально, это нормально. Об этом даже нормально говорить. Люди почему-то боятся отказов. Это нормально, мы регулярно слышим нет. Но потом рано или поздно приходит да. Не надо просто на этом зацикливаться. Это как раз успех, это состояние попыток. Вот этих вот нет. Я трижды ходил на кастинги для съемки в рекламе. Ой, ну и расскажи, что испытал. Ну это больно. Ну, больно быть ведущим, которого все время зовут и говорят, ты должен провести наше мероприятие, ты проведешь мою свадьбу, тебя прям забирают. Я работаю исключительно по сарафану, у меня нет рекламы. А тут я иду на кастинг, мне говорят, нет. Вернее, они не говорят, нет, они тебе не звонят и не пишут. Подожди, что это было за реклама? Я не помню. Это было Теле2. О. Ну, меня знакомые позвали, знакомые ребята, фотографы, говорят, вот тут есть кастинг, ты можешь подойти по типажу. Я пришел, это в Мархи было. Вот, и там и больше всего меня раздражает, что вот эти люди, которые сидят вместе с тобой, и ты видишь, как актёрочки. Они это проходят, да, они это проходят, ты понимаешь, что ты хуже раз 20 просто, ну, просто видишь, они либо профессиональные актеры, либо... Подожди, а как ты это понял? Они там уже вот это вот что не проявляют? Я могу оценивать, я могу оценить по игре, что человек хорошо это делает, или по лицу, по харизме, какие... Вот я, например, смотрю на тебя, и мне нравится твоя внешность, как ведущего. Мне тоже. Если мне покажут, мне ваше тоже, спасибо. Если мне покажут две карточки, твою и мою, и скажут, вот вам надо для компании выбрать ведущего, скажу, зачем вообще предлагаете этот выбор, я беру Сергея, конечно же, вот что. Вот не надо, по-разному это все бывает, у каждого свой спрос, свой вкус. Ну да, конечно, да. Вот вдруг, серьезно, конечно. Там они посмотрят на много и скажут, а вот этот вот повыше, а вот этот вот в такой вот рубашке и в очках, а этот не в очках, а этот вообще без бороды. Вдруг куда-то нужен не симпатичный, чтобы не сбивать там это. Сейчас те, кто слушает нас в метро в наушниках, думают, дайте видео посмотреть, что за мужики там. Но нет. Ребята тут хорошие мужчины, я вам говорю. Мне интересно, подожди, что ты чувствовал, когда тебе сказали три раза нет? Я думаю, что просто у Сережи больше таких было случаев. Я больше не пойду на кастинги, вот. Потому что я не хочу слушать нет. Как ты для себя вот эту загадку... Ну, у тебя же тоже был такой момент. Ну, первый отказ, тяжело же было? Тяжело. После какого отказа ты понял, да что... Да и сейчас тяжело, что я вру-то? Тяжело.
Все тяжело. Ты же настраиваешься, что вот, ты сейчас будешь в этом проекте, сейчас ты будешь там сниматься вот с этими ребятами, и тут тебе говорят нет. Как ты вообще перестраиваешься? Блин, вот, короче, я с этим стараюсь бороться. Смотрите, это все вокруг философского вопроса. Жить здесь сейчас, просто кайфовать даже от той попытки, которая у тебя произошла. Вот искренне к этому пытаюсь прийти, во всяком случае. Ну, типа, не заморачиваться. То есть сейчас я стараюсь жить под тем девизом, что действительно здорово, что у тебя происходит в данный момент, не думать над тем результатом, который получится. К результату, безусловно, надо стремиться, но не так вот циклиться, все, капец, вот мне надо, и все, и вот так вот. Нет, ну да, значит да, нет, значит нет, значит не твоя дорога, но потом придешь, значит, другой проект, где все сложится, и всем будет удовольствие работать. Это очень философски, мне кажется. Ну, я опять же говорю, я кряхчу в этом направлении. Так-то, конечно, я сижу и думаю, ну что ж такое-то? Как я хочу! Почему опять этот Александр П? Очень хорошо к нему отношусь, к Александру П. Александр. Это правда. Это в смысле Александр. Мы будем передавать приветы всем. Нет, П. Нет, у тебя сегодня с буквами П. Шалашов. А, ну, давайте. Погнали, П. Есть такая буква, да. Привет Александру П. Слушай, а кого ты уже успел сыграть в кино? Какие роли? Каких людей? Слушай, мажоров успел сыграть. Чувака-спасателя такого. В плане не спасатель, который спасатель тушит пожар в данный момент, а чувак, который там помогает, не знаю, своей маме, своему брату. В общем, вот такой вот, знаете, синдром спасательства, которым он занимается. И, в общем-то, немножко, может, про себя забывает. Вот у меня был опыт в сериале «Пять минут тишины», раз уж мы про спасателей поговорили. Там у меня была главная роль именно в серии. То есть там сезон 7-8 серий, вот в одной из серий у меня была главная роль. И я играл чувака, который, в общем-то, всю беду и натворил, а потом эту беду, в общем-то, сам вместе со спасателями, с линейными главными героями расхлебывал. Вот. Там был вообще классный опыт. Вы знаете, я там что только не делал. То есть меня в обычной жизни спроси, Серег, там, не знаю, ты с катера на полной скорости прыгнешь в воду? Ну, я что, дурак, что ли? Все очень комфортно. Принесите просто напиток, я буду продолжать лежать на этом катере и наслаждаться природой. Вот. А там надо было и в воду прыгать, девочку спасать, и в яме застревать. Вот. И с того же катера прыгать просто в воду, бежать куда-то на остров по вот этой грязище, по всему. Ну, это классно. Ну, в общем-то, я рад именно находиться в этой профессии, чтобы все время что-то вот такое пробовать, чего я не смогу попробовать в обычной жизни. Потому что в обычной жизни я невероятно скучный. А это ведь... Вот... У меня был такой вопрос заготовлен. Да. Актеры все скучные в обычной жизни? Нет, я не знаю. Нет, я не могу говорить за всех актеров. Может, кто-то и продолжает играть свою актерскую жизнь за кадром. Я точно нет. Я буквально вчера я возвращался домой поздно после работы, и опять вот это вот все там мероприятие, еще что-то. И меня Нина из нашего института, ребята, как все сошлось. Вот, девочка, которая на курс старше, она меня по станции кричала, Балашов там или еще что-то, подожди ты, пожалуйста. Я там выходил из метро, и потом меня догнала. Ну, то есть я был в таком расфокусе после работы, вот в таком вот с унылым этим выражением лица, и она сказала, да, в Инстаграме там на работе, в кадре или еще где-то ты смотришь, там это гигей, вот это вот все происходит, а тут вот сразу видно, человек едет после работы. Просто вот ничего не видит, ничего не слышит, и вот с таким вот лицом. Подождите, а есть теория, что актеры в жизни скучные? Мне кажется, слово «скучный» не то. Мне кажется, другое слово, как бы спокойный. Все же думают, что если он актер, он должен быть всегда такой, как на сцене. А человек же не на сцене. Кто думает? Зритель? Кто думает-то? Ну, в целом. Про каких-то великих актеров тоже говорят, что они даже юмористического жанра. Ну, ты представь, конечно, люди там 99% своей деятельности, вот они все время отдают, все время этот энергетический шарик, ну, вот где-то это спокойствие должно затеряться. Среднестатистический, наверное, человек, какую профессию взять? Ну, может, у кого-то в офисе там и происходит что-то. Ну, у людей, более-менее около какой-то баланс из серии того, что так, вот тут мы что-то подделали, тут вроде какой-то произошел эмоциональный всплеск, потом снова успокоились, пришли домой, и там тоже вроде как эмоциональный какой-то всплеск, и потом какая-то вот тишина, все спать легли. Ну, я могу ошибаться, это мое такое дилетантское мнение. А здесь все время вечный всплеск. А когда скучным-то быть? И когда вот эту тишину ловить? Ну вот я дома ее ловлю. Подожди, а нет, наоборот, такого, что после работы ты настолько возбужденный, вот эти вот эмоции, ты вообще в другой роли, и ты приходишь домой и продолжаешь в ней оставаться? Ну вот у меня после спектакля «Мой бедный Марат», например, такая история происходит. У нас там любовный треугольник, вот.
И все это происходит еще в этом, в контексте Великой Отечественной войны, когда людям было невероятно тяжело и так далее. И тут любовный треугольник, Лика, Леонидик и Марат, вот эти все эмоции, ты искусственно даже в себе, хочешь не хочешь, во время спектакля, они у тебя происходят, и ты просто домой ты приходишь, и ты трехчасовой спектакль отыграл, у тебя просто режим тахикардии не прекращается. То есть вроде уже все закончилось, все. И ты вот просто лежишь, и ты устал, ты безумно устал, ты хочешь спать. А ты не можешь, потому что у тебя вот это, тебя трясет вовсю, и вот этот адреналин, еще что-то, он прям очень долго не может из тебя уйти. И как ты это переживаешь? Вот, может быть, есть у тебя какие-то там ритуалы, вот что вообще делать, когда столько, я не знаю, там, и у тебя и съемки, и театр? Ну, сейчас я просто стараюсь, правда, психологически какие-то приемы к себе использовать. Ну, банальные, знаете, ты приходишь домой, ну... Просто какой-то ты стараешься, насколько это возможно, устроить уют, даже если бардак, не знаю, там, свечку включить, чай себе налить, просто немножко, ну, продышаться, просто сказать себе, так, стоп, остановись, все, все закончилось, просто осознать того, что все позади, успокойся, все нормально, ты дома, давай, выдохнем. Ну, да, я как сумасшедший с собой разговариваю, говорю, все, перестань, все нормально. Ну, мне кажется, мы тоже после мероприятия как-то такие возбужденные всегда. Ну, да. Да. Ну вот после каких смотрю? И при этом я скучный, я еще... раньше я вообще не пил, сейчас очень-очень редко по особенным случаям. Вот, ну то есть кто-то, не знаю, может алкоголем спасается. Хорошо, плохо, не знаю. Я читал, где-то читал про Элвиса Пресли, ну известно же, что он был наркоманом, ну, да, в какой-то период своей жизни, что история с наркотиками была связана именно с тем, что после концерта, то есть до концертов ему трудно было себя довести до вот этого возбуждения, чтобы выйти на сцену и зажигать. Угу. И поэтому он мог употреблять. А после настолько уже эмоции зашкалили, что нужно было просто успокоиться как-то, что невозможно было остановиться. И возможно, да, да. Но это никому не рекомендуется делать. Да каждый сам, да, свой путь именно в плане выбирает, как ему успокаиваться и так далее. Я сейчас не про наркотики говорю, а про какие-то, может быть, психологические приемы, свечу включить или еще что-то. Но это, конечно, ребята, это не очень хорошо. Но это, ну, для здоровья, наверное, это не очень хорошо. Хотя моя профессия для меня, она, ну, и есть жизнь, она и есть успокоение, и мое спасение в какие-то моменты. То есть мне нравится переключаться, вот играть именно во что-то вот в это. Расскажи нам, пожалуйста, актеры пользуются своими способностями, ну, в бытовой жизни, в обычной жизни? Да, интересно. Ну, то есть если нужно как-то, например, вот как-то это... У тебя были такие случаи? Да, слушай, да, конечно, были, но приходилось использовать в том числе, там, и методы риторики, и какого-то обаяния, и... Ну хорошо, ну на работе понятно, да, там если мы возьмем корпоратив или еще что-то, окей, там договориться с заказчиком как-то, вот это вот надо понравиться, там еще как-то впечатлить, что-то такое вот сделать, хотя никто, конечно, никому ничего не должен. А в реальной жизни, ну да, там, не знаю, с врачом поговорить в том числе, как-то какую-то такую вот риторику применить. Ну в какие-то сложные такие моменты, да, приходится использовать вот эти вот психологические приемы, хотя внутри тебя может бомбить просто невероятно. Эксперимент, выпишет ли врач больничный Сергею, если у Сергея нет температуры. Ну да. Не, ну у меня, короче, около того, аккуратненько сейчас мы зайдем. Мне надо было, чтобы мою маму госпитализировали, и у меня первая скорая отказывалась ее госпитализировать. Хотя там по всем параметрам надо госпитализировать в любом случае. Я позвонил второй скорой, они приехали, и я, естественно, им начал. Ну а как же? А естественно, а куда я ее сейчас повезу? А вот МРТ нам где? А как? И, ну вот этим ты давишь, и все, и забрали. То есть это, ну во благо это было, но это действительно так было. Ну и все. Мне кажется, в целом человек бы так и начал разговаривать, потому что он на эмоциях, а ты просто понимаешь это и управляешь. Я понимаю, интересно, что в данном случае я это, ну я это действительно делаю все равно искренне от себя, ну как, у меня же вот есть проблема, есть вот болит, это надо добиться цели, но приходится использовать эти психологические моменты, хотя именно обычный Сережа там, Балашов, я бы таким даже тоном и так далее, ну не разговаривал бы, наверное. Но это не сказать, что актерство, это просто, ну, вынужденная такая какая-то игра, чтобы добиться своей цели. Можно? У меня есть личный вопрос. Давай. Я выйду? Нет. Я пойду за кофе скажу. Капучино. В детстве я всегда влюблялась в актеров. Вот прям у меня был список. Вот новый сериал, новый актер, новая любовь. Я говорила, это мой жених. И мне мама говорила, Аня, вот они играют. Ты не знаешь, вот какие они будут на самом деле в жизни. Актерам нельзя доверять. Вот у меня вопрос. Угу. Ты вот сейчас сам говоришь о том, что иногда ты используешь это в жизни. Ну это во благо же было. Да, нет, это безусловно. Но вот этот вот вопрос личный какой-то, вот как...
с людьми, с актерами, вот где понять вот эту грань, где человек честен, где он настоящий, где он играет? Или вообще в целом ты всегда настоящий, просто это какие-то такие твои разные стороны, которые ты гиперболизируешь? Я в целом, я очень ценю в людях честность, короче, вот именно какой-то true момент. То есть, смотрите, это в любой профессии, в профессии ведущего, там, не знаю, актера, или в какой-то... Да в какой-то даже другой, ну врач даже возьмем, даже врач. Видно, когда человек что-то вот искренне делает с душой. Вот, ну, ну просто вот он светится, ну ты веришь ему, ну просто, ну ты веришь и веришь, ну все, вот он вот такой вот. Вот ты вот хочешь доверять этому доктору, например, вот, ну вот что бы он тебе не сказал, он бы сказал там, Сулак, вот эти вот витамины тебе подойдут, просто пей зеленые. Пожалуйста, пожалуйста. И ты такой, блин, ну действительно, раз он говорит, ну типа я верю. А иногда ты приходишь к какому-то доктору, ты понимаешь, что, блин, наверное, стоит как-то к другому доктору обратиться, потому что, ну, ну какое-то недоверие у меня происходит. 100% Ну какое-то недоверие. Да. Так и в актерской точке зрения, в, это, в актерской профессии и в профессии в целом артиста. Я ведь тоже, тоже к этому, я ведь тоже к этому стремлюсь, чтобы это было как-то, ну не знаю, органично. И это только вот с опытом приходит. Ты в кино, что у меня первая работа, везде я сейчас на себя посмотрю, я думаю, господи, ну ты идешь, что ли, совсем, ну ты вот, ну, ну что ты сейчас делаешь, ну ты зачем так преувеличиваешь здесь, ну то есть это какая-то театральная подача просто происходит. Ну я тебе не верю. Ты посматриваешь с собой фильмы? Очень, вот те вот, которые там, ой, нет, спасибо. Все понятно. Ну это зависит от самокритики, да. Иногда что-то, смотри, если какой-то там телефон, у вас новые воспоминания, такой, ну давай дадим шанс. Что там было, что там? А потом, слушай, когда, ну ты такой через призму типа опыта, что ну вот, ты уже вырос, а тогда тебе было так, ну ты так посмотришь, ну просто как к этой истории, к теплому комочку отнесешься и такой, ну вот, ну сразу же было прикольно, ты вот тогда был тогда-то, у тебя был такой-то опыт. Ты в той точке был готов именно вот на столько процентов при совокупности всех факторов сделать какое-то определенное действие, выглядеть в кадре и прочее. Ну, это, кстати, про все. Я тоже смотрю на некоторые ивенты и думаю, вот тогда я могла так сделать. Вот, сейчас бы я так не делала. То же самое. То есть я сейчас... Как объяснить-то? Я вообще хочу, чтобы каждый... Вообще, чтобы люди в целом, не знаю, там, в мире, в нашей стране, в Москве, да где угодно, они как-то, вы сейчас поймите меня правильно, с легкостью ко всему относились. Не безответственно, но с легкостью, типа с кайфом каким-то определенным. И вот в том числе ты задала вопрос... Ну, они же вот играют. Ну, вот мне не хочется, чтобы играть. Я просто хочу смотреть и думаю, о, вот они кайфуют, и как-то все органично происходит. У меня вот когда... Я очень редко сам бываю именно в театре, как зритель. Вот. Вот бывает, я люблю, когда я ничего не оцениваю. Вот я историю посмотрел, как книжку ты прочитал, как кино ты посмотрел хорошее. Ты, ну, когда ты ничего не разбираешь, как свет выстроен, как костюм здесь какой-то, вот что-то вот там не дошили, не доделали. А вот когда ты просто смотришь, и ты вот так вот проникся, и все хорошо. Это значит, что все было хорошо. Все было естественно, okay. Ровно и так далее. И с ведущими, там, Сулак, не знаю, ты видел работу других каких-то ведущих? Я всегда буду на стороне все равно наших коллег, ведущих, чтобы не... Ну, типа, при работе с заказом. Я понимаю, сколько всего вообще происходит там в этом мире. Но все ведь может быть, человек, не знаю, только-только вот начал, он только тоже себя ищет, там, выходит, говорит, и так, дорогие друзья, и почему-то неловко тебе становится, ну, вот тебе неловко становится, хотя говорит это именно он. Но он тоже ищет путь, и я тоже в пиджаке говорил, итак, дорогие друзья, давайте поаплодируем. Я сейчас вспомнила всех ведущих, которые так же говорят. И, ну, а что делать? Ну, иногда бывает нечего делать. Если у ведущего отнять «дорогие друзья», останется и так. Вот есть такая, типа... У ведущего можно легко все отнять. И дорогих друзей. Ну, слушайте, блин, я не знаю, ведущих обсуждать, ну, это отдельный подкаст, надо, за что свадебные ведущие будут гореть в аду, его так надо назвать, как бы, вот, и я боюсь, что а мы с тобой этот пир проведем. А мы, да, мы тоже с вами, но давайте. Мы будем первым уровнем в этом котле. Вот, ну, это, мне кажется, такая понятная история, что, как бы, ну, говоря, свадебные ведущие, вот есть такая категория, они даже себя брендируют так на сайтах. Да, есть вот. Картинка свадебный ведущий, и он не очень уместен будет, например, на каких-то других мероприятиях. Ну, то а есть же универсалы. Сейчас мы плавно перешли почему-то к обсуждению. Все, слушайте, ну это каждый ведущий себя считает универсалом. Просто не каждый. Ну, ладно. Ну вот смотри, вот те, кто называется свадебными ведущими, вот они сразу считаю. Уходят туда, в котел. А, ну а ты какой ведущий? Если просто ведущий. Нет, ведущий. Ну, вот какие бы вы мероприятия брали, вот, брались бы вести, а какие нет? Блин, ну вот я опять же говорю, я вот что-то ищу просто такой движовый, с кайфом, ну, типа, привет, медведь, молодежь. Давайте к кино вернемся. Угу. Кино, актеры, ведущие потеряли мысль, очень классная была про ведущих. Слушай, а почему
Вот российские сериалы, которые показывают по телеку, такие плохие. Вот почему? Вот даже игра актеров плохая. Или это зависит от съемки? От камер, не знаю, может, камеры дешевые, плохо снимают. Ну вот смотри, Ань, Сулак, вы смотрите, вот есть жвачка вот такая-то, вот по такой-то цене, и она все равно лежит на полке, и люди ее возьмут. А есть жвачка вот такая вся, вот она без сахара, там внутри такая вот эта начинка, она чуть подороже, ее тоже возьмут. Вот они обе лежат, и их берут, потому что есть спрос на это. Это раз. Во-вторых, бюджеты. Запрос, в том числе у публики, есть, например, сериалы те, которые не смотрят, которые слушают. Типа вот «Ворониных». Ну, что-то типа того, да, которые вот в дневное время выходят, например, да, ты просто вот включил, там что-то происходит, ты даже можешь, ты в любой момент ты вот обернешься, там опять какой-то вот сюжет, вот, ты вот можешь в любой момент просто выключить, потом опять включить и ничего не потерял. Вот это же тоже определенный развлекательный продукт, который вот позволяет тебе, наверное, чувствовать, что ты не один, вот какой... А ты в такие сериалы ходишь на кастинге? Да, это регулярно, конечно. Мне тоже это все приходит. Я же через это все прошел. Но я и прохожу, кстати. Что это я зарекаюсь? Я, ну, смотря какой сценарий, смотря что, как. Ну, я очень много чему научился в этих сериалах, ребята. Вот, кстати, что я хотел бы проговорить. Многие мои коллеги, еще кто-то, я не знаю, может быть, они стеснялись этих сериалов или еще что-то. Я, в конце концов, на этих сериалах вырос и... понял, что такое, там, не знаю, «Восьмерочка», я понял, как в свет вставать, как вообще открываться на камеру и так далее. Мне никто не... Ну, что если у меня сейчас... Да, нет, что такое «Восьмерочка»? Это вот такой молочный план такой, вот крупный план практически. Ну, да. Это а вот, почему «Восьмерочка»? Ну, вот объектив такой вот ставит специально, да. Ну, опять же, это сейчас я дилетантски сказал, но я знаю, если мне говорят «Восьмерочка», я такой, угу, понятно. Ну, все, играем практически ничего. У тебя на крупном плане, ты прикинь, у тебя все эмоции, все мышцы видны. Если ты начнешь вот так вот разговаривать, тебе никто не поверит. Ты сразу скажешь, ну вот, актер переигрывает. Ого. Там это, да, это тонкий такой механизм. Не прошел через «Восьмерочку». Мне нравится мысль, что... Про жвачку? Нет, про то, что вот я думаю, что есть люди, которые такие, мы не будем в этом сниматься вообще, вот то, что показывают там на «России-1», мы сразу ждут? Хотим на Netflix. Да. А на Netflix можно только прийти вот такими маленькими шагами, и, наверное, в этом и есть суть, что ты сначала снимаешься там в чем-то таком и учишься, «Восьмерочки» вот эти, а потом уже становишься классным, достаточно таким крутым. Или не становишься. Ну, подожди, актеры, которые начинают свой путь отказываться от «России-1» и хотят на Netflix, это сумасшедшие люди, какие-то, они же неадекватные. Как ты можешь так? Амбиция хорошая, да. Но как так можно размышлять? Я ушел исключительно туда, чтобы типа учиться. Там не такие большие гонорары. Вот, кстати, еще почему причина. Почему, допустим, многие сериалы, ну, как вам кажется, они плохие. Ну, ты типа не веришь всему. Да потому что бюджеты маленькие просто на них выделяются. Они снимаются достаточно быстро. То есть там как опять же, к той же «Жвачке» мы вернемся. Я сравниваю эти сериалы с «Жвачкой» хорошей и плохой. А здесь и съемочный процесс, как «Жвачка» происходит. То есть ты пожевал и выплюнул. То есть надо быстренько вот так вот мы сделали и все, и выпустили. И поэтому и артистов тоже не с, как вам объяснить-то, низкобюджетных приглашают туда. И вот все, вот, грубо говоря, учатся на этих сериалах. Ну хорошо, вот ты попал в такой сериал. Да. Ты тоже, получается, плохо сыграешь там? Не знаю, ну где-то плохо, да, конечно. А почему? Слушай, даже если мне кажется, что плохо, но там при совокупности факторов на монтаже получается так, что там даже вот запихнуть любого хорошего Ди Каприо, запихнуть не в Рим, не в какой-нибудь сериал на РЕН-ТВ, где он будет говорить, там будет написано, давайте придумаем имя персонажу Лео Ди Каприо в этом сериале. Леонид. Леонид, да, Леонид, Леонид Ди Каприев. Или, Лео Ди. Лео Ди. Лео Ди. И там будет написано внизу там, не убивал. Да, такой стоп-кадр. Но он уже будет в этом стоп-кадре, но очень смешно в рамках просто этого жанра даже смотреться. Ну, это мне так кажется. Mm-hmm. Ну, то есть и люди, которые делают, они знают, что они делают, они знают, что в принципе... Смотри, это не значит, что они пытаются сделать плохо. Где-то действительно просто людям наплевать. Они там, не знаю, сидят на своей работе, ну, грубо говоря, там копеечку какую-то получают, и, в общем-то, уже у них не стоит на работу, назовем так. Ну, просто ну, где-то такое есть. Но я, например, я снимался во многих сериалах на ТВ-3, где разыгрывается бытовая даже история, там, не знаю, какая-то ситуация с мамой, еще что-то. Ну, какие-то такие простые истории, такие вот, которые нравятся как раз людям, которые, быть может, режут салат, и они так, типа, ну, вот там что-то такое происходит, такое семейное, вот мы вроде не одни такие, у них там тоже это все, значит, происходит. Там очень жизненная история, на самом деле. Да-да-да, я болел, я в январе этого года
жил с мамой полтора месяца, угу. и я болел сильно. Грипп, потом ковид, я месяц почти проболел. А она смотрит все это. И угу. там такие сериалы, типа 4 серии. Новая секретарша у начальника mm-hmm. устраивается, а у него что-то все тяжело в семье, или он один, а она такая, как бы ей лет 30, и она тоже одинока, и вот она начинает помогать им развивать как-то бизнес, и такая добрая, почти монашка, и в итоге они становятся вместе к концу четвертой серии. Очень ненавязчивый сюжет, но все ужасно. То есть невозможно слушать эти диалоги. А вот звук записывают же потом для кино? Или он пишется на площадке? Нет, смотри, он пишется на площадке, где-то если есть трудности в моменте звук написать, ну, записать, например, если ты там, ну, не знаю, в воде находишься в данный момент. Вот у меня 5 минут тишины, у меня были сцены в воде. Там понятно, например, на каком-то твоем общем или крупном плане, где не видно звукорежиссера с бумом, это такая вот большая штука, микрофон, да, mm-hmm. который они держат, когда его нет в кадре, там хоть какой-то еле-еле звук записался для того, чтобы на посте, на постпродакшене потом можно было озвучить. Это да, это вот еще первая такая история. Но в любом случае, тебе потом надо будет приехать и этот звук записать, чтобы у тебя это все было, ну, более натурально, чисто и так далее. А в этих сериалах такое ощущение, что звук накладывается просто. Ну, это... Потому что не совпадает вот это, да? Вот говорит как человек и звук, да? Сулак по-разному бывает. Я говорю, я не могу говорить за всех, я только, наверное, исходя из своего опыта могу сказать именно, где я был. То есть за всех артистов, за все сериалы я не могу сказать. Но проблема, с которой я, например, сталкивался, я честно могу сказать, как и в любом другом деле, это правда маленькие бюджеты и очень ограниченный вот этот вот дедлайн, что надо срочно снять, и вот есть для этого только это, и нет времени даже на разбор. На разбор того, что происходит. То есть нет, вот, понимаете, вот нет этой штуки, чтобы вот до этой трушности просто достучаться, что вот, ну вот, вот так это должно быть, и вот тогда будет получше. И мне повезло, что были даже, я снимался в подобного рода сериалах, где, ну, простой сюжет, но ты уже, ты понимаешь, что где-то преувеличено, где-то не преувеличено, но я попал к хорошим режиссерам, которые в том числе снимают какие-то полные метры, еще что-то. И они все равно, несмотря на то, что ограниченный бюджет, очень мало времени, они вот старались найти вот этого хоть какую-то возможную трушность, и все как-то вокруг этого, ну и более-менее поэтому продукт в рамках всех этих условий получался нормальный. Ну вот нормально, ладно, нормально. Ну, типа, не стыдно. Ну и окей. А ты следишь вообще за кино, новинки, что выходит там у нас? Не у нас, ну сейчас у нас как бы тяжело смотреть новинки официально. Ну, я, кстати, недавно впервые был, по-моему, за 2 года в кино или за полтора, но я не помню, могу ошибаться. Что я пошел, посмотреть Антона Лапенко в кино в полном метре. Мне стало интересно, потому что у него была драматическая роль. А, это по-мужски. Вот последний... А, по-мужски. Да, по-мужски. Это вот, вот ради этого, ну, в плане того, что просто, грубо говоря, как поддержать коллегу, ну, мне интересно было, что и как, потому что Антон, ну, вот внутри Лапенко и так далее, он многогранный чувак, и вот его путь очень интересный, очень классный, он ведь сам себя просто сделал, ну, просто взял и сделал просто... Кстати, еще, ребят, простите, отмотаю назад, вы просто очень спрашивали, по-моему, про путь тоже, как вот это вот все сниматься, кастинги и так далее. Да вот, пожалуйста, многие, в том числе люди из мира кино и так далее, да возьмите и снимайте сами, делайте свое. Столько возможностей сейчас. У вас есть, у вас iPhone с 3 блин, камерами, ну возьми, да сними свое кино, придумай, напиши. А, еще вопрос, слежу ли я за кином и от этого? Ну, если что-то долетает, ну, значит, слежу. Ну, то есть все зависит от... от того, как раскрутили проект. Ну, мало сейчас, конечно, времени именно следить. В декабре, во всяком случае. Что посоветуешь посмотреть? Чего ты последнего такого классного смотрел из большого кино? Из большого? Слушай, давай я просто поделюсь тем, что последние, скажем так, где я сумел переключиться, там, развлечься сам как-то. Ну, вот как-то вот я кайфанул, аттракцион сработал. Значит, последнее, что я такой вот прям пришел домой и думал, что бы мне посмотреть? Абсолютно простая история. Как бы в стиле Дэдпула и Тарантино, это «Быстрее пули» с Брэдом Питтом. Это последнее, что я посмотрел. Но это такая именно история, такая аттракцион. Вы это смотрели? Пока, это свежий фильм? Да, в этом году он выходил. Не смотрел. Вот. Знаешь, что мне понравилось, если поддержу российских коллег? Мне понравилось Тодоровского «Надвое» с нашим прекрасным артистом, с Петровым и с Козловским. А, тот самый фильм, где они вдвоем. Где они вдвоем, да. Но я, лично я, сумел как-то, не знаю, абстрагироваться. Я не думал, что... Ну да, понятно, иногда я там думал о Козловске, Петров вместе. Но у меня потом я как-то растворился в истории, и я уже наблюдал за персонажами, а не за Козловским и за Петровым. Вот, «Надвое». Что еще? Сериал, надо советовать. Сейчас праздники впереди.
Ты хотел сказать, у нас с тобой работа впереди, хотя продолжается. Обещали не говорить, что у нас праздники. Но тем не менее, праздники всегда у нас впереди. Ну, сериал. Я просто очень мало сериалов посмотрел. Мне понравился в этом году. Я только в этом году дошел до «Ход королевы». Мне очень понравился. А я не смотрел. Я тоже не смотрел. Вот. Я в шахматы не играю. А я пытаюсь играть, ну, не интересно. Получается. Ну, скорее всего, это не про шахматы, все-таки сериал. Наверное, ну да. Нет, ты там поймешь, даже не зная правил шахмат, что происходит, там больше именно вот... Ну, да. О самой вот этой истории, об этом приключении, таком долгом, о росте персонажа, героини. Сериалы вымещают кино? Ну, как оно правильно называется? Я думаю, что у нас просто появляется больше возможностей, и люди... начинают что-то смотреть просто по подписке на какой-то платформе. Просто появились новые возможности. Больше контента становится. Да, становится больше контента. А, вот, кстати, вот в этой теме, что больше контента, ты из-за этого не знаешь, за что зацепиться. У тебя это. И поэтому что тебя цепанет с точки зрения, видимо, маркетинга, как тебе это на блюдочке максимально предложат, так, наверное, ты это и скушаешь. Наверное, ну, так. Кстати, я тоже, когда выбираю какие-то фильмы посмотреть, мне очень сложно выбрать на Кинопоиске, потому что там много всего. Да. И мне кажется, телевизор в этом плане, когда я приезжаю к родителям, у них всегда работает телевизор, я знаю, что я буду смотреть, потому что я просто включаю СТС, там какие-то фильмы добрые идут. А вот на Кинопоиске я просто могу час реально выбирать и не выбрать. А вот телевизор в этом плане прям спасает. И кино тоже, это более так, это, конечно, не Кинопоиск, но это и не кино. В кино тоже и был выбор, но в кино тоже тебе говорили там в кинотеатрах с 16 сентября ты обязан быть на этом фильме, потому что это главный фильм года, потому что еще вот это. Такой, иду. Ну, и все. Ну, у телека, кстати, то, что ты сказала, есть же вообще такая магнетическая история. То есть, ну, вот, если ты, например, ну, ты же не, ну, вот, включаешь телек, там Гарри Поттер. Да. И сидишь, смотришь. Да. Ну, ты, если бы не включил бы телек, то не было мысли, дай-ка я посмотрю Гарри Поттера, включу 3 часа. Ну, Гарри Поттер — это вообще, это магия с другой даже стороны. Это магия, которая на тебя все время, ну, любая серия будет по телеку идти, ты такой, ну, все. Ну ты вот вроде, ну сейчас, ну я уже вроде уже миллион раз смотрел. Да, но я же уже миллион раз смотрел, а ты почему-то уже вот сидишь, и потом это все продолжается, и смотришь далее. Ну это если есть время. Да, у меня сестре было 25, и она сказала, что она до 30 не будет смотреть Гарри Поттера, чтобы все забыть и посмотреть как в первый раз. И вот мы уже смотрим Гарри Поттера опять, так что... Ну, да. Но мне сейчас повезло, у меня телевизора нету, поэтому я могу выборочно. Гарри Поттер сейчас не идет, так что нормально все. Не, шел что-то вроде недавно. Нет, все, он не будет по СТС. Ну и ладно. Так что смотрим на Кинопоиске. «Волшебник изумрудного города» — тоже хорошая история. Да? А что, это новое что-то именно вышло? Нет, это просто... Это просто российское. Просто шутка за 200. А я люблю «Волшебник изумрудного города». Кстати, вот это одна из моих книжек, которая, мне кажется, повлияла. «Волшебник изумрудного города». Да? Вот он, да, потому что мне его читала сначала в детстве бабушка, потом я уже сам его перечитал в более... Ну, в каком-то, когда я что-то, может, тоже какая глубокая история. А там какая-то глубокая реальная история. Она же не для детей вообще. Вот про этого волшебника, который не волшебник, оказывается. И я так думаю, нифига себе здесь смысл. Дети как-то вообще обманули. Не понимают, да. То есть ты сам начинаешь думать, а это вообще про это же про, как бы, про одиночество, про все вот это вот. Ну, ох. Ну, ты бы мог сыграть вот этого, который соломенный такой. Страшилу? Да. Да, вообще не вопрос. Профессиональные касты делают. Зови. Кого я могу сыграть? Ты дай мне роль какую-нибудь. А дрова этот, железный дроссик? Да, железный дроссик. Потому что лица будет не видно, я буду в железе. Нет, да, потому что ты такой мощный. Да, спасибо. И такой дровосек. Да. Кстати, про путь. У меня, значит, такой вопрос. Вот сейчас ты находишься в какой-то точке, и вот есть ли у тебя какая-то мечта, какой-то, может быть, режиссер или что-то, вот к чему ты стремишься? Или ты сейчас просто вот течешь... Вот, ну, цель тогда, не мечта, цель, наверное. Вот с чего я зайду. Это абсолютно искренняя штука. Вот я забыл, я где это я прочитал, услышал, я не помню. Смотри, давай представим, что, ну, в общем-то, какая-то твоя глобальная точка или в целом вся жизнь, вот то, к чему ты стремишься, это вот какой-то Эверест, какая-то вершина. Вот ты к нему потихонечку, короче, карабкаешься. И смотри, можно карабкаться по-разному. Можно вот смотреть все время на эту гору, например, только лишь на нее. Ты смотришь. Вот так вот идешь с поднятым носом и ничего не замечаешь, все, что происходит вокруг тебя. Ну, ты просто идешь, у тебя какой риск? Ты можешь подскользнуться очень, ну, там, запнуться где-то, грохнуться так, что тебе будет очень-очень-очень больно. И ты вот шел к этой цели, и ты потом бац, и разбился как-то. А можно к этой горе, например, идти, но при этом не наоборот замечать все, что происходит вокруг тебя, и ведь на каких-то промежуточных станциях, ведь там классно,
они тоже являются очень глобальными, ты тоже к ним пришел. Вот, смотри, я живу по этому принципу. То есть у меня нет такого, что там, Сережа, Оскар получить, хотя Оскар уже, он и так уже превратился в определенное шоу. Это все шоу. То есть у меня нет цели к какой-то статуэтке. У меня есть многие какие-то станции, которые я хотел бы точно пройти. Ну вот что бы ты хотел пройти? Может быть, каких-то режиссеров определенных? Ну каких-то, да, ну определенных режиссеров, да, конечно. Наверное, я хотел бы пройти. Ну то есть... Ну назови нам хорошо, своих любимых режиссеров. Я бы очень хотел к Юрию Быкову попасть. Я бы очень хотел, ну вот, какую-то такую это именно. Который дурак? Да, но, да. Как получилось, как Достоевский, он же идет. Yeah. Юрий, нет, он не дурак, но он дурак снял. Хотя кто-то может сказать из серии, да куда нам это все социальщины, и так все плохо и прочее. Да пусть говорят и так далее. Это лично я с актерской точки зрения говорю, потому что мне кажется, есть что сказать. Вот в этом плане, какую-то такую именно драматичную историю сделать. Я со многими хотел бы поработать комедийными режиссерами. Вот. Вот, например, Илья Куликов, помните, он снял «Полицейский с Рублевки» и так далее. Mm-hmm. Мне вот особенно начальное все, что он делал, вот с ним, мне кажется, очень прикольно работать. Короче, он классно работает с актерами, и он, во всяком случае, на начальных своих этапах, я просто не смотрел все, что он выпускает именно последнее, вот первое, все, что было связано с «Полицейским с Рублевки», мелодрама, где Бурунов был. Мне это было все очень смешно и одновременно грустно. В общем-то, я бы хотел бы вот в таком жанре поработать и конкретно, там, например, с Ильей Куликовым. Вот. Мне сейчас недавно, я раскрою тайны, я не знаю, мне повезет, не повезет. Я ходил на пробы к Жоре Крыжовникову. О, это круто. Это было как раз в этом году, и это было на Мосфильме. Там очень классная история, которая выйдет. Не знаю, со мной, не со мной, в плане того, что она в любом случае выйдет. Она очень интересная. Подожди, ты там снялся или... Нет, я ходил просто на пробы. Угу. Но это тоже опыт уже классный. И в самом начале Аня, ты меня спросила, там, вот результат ты представляешь? Ну да, конечно, представляю, но сейчас я все-таки, мне кажется, уже отпустил. Будет, значит, будет. Не будет, значит, не будет. Ну вот это в целом и то, что я хотела услышать, что у тебя есть какие-то вот такие этапы, что вот ты хочешь там с Жорой Крыжовником или еще как-то посниматься. Это интересно. А ты больше в кино или в театр? Это вообще разные штуки, как, не знаю, работать вживую с публикой или, например, вести какую-то передачу в кадре. Вот это же такая, это же чисто российская, да, история, когда актер, он и в театре актер, и он еще в кино снимается. Вот голливудские актеры, ну вот американские, которых мы знаем, они же в театрах, ну если играют, то когда уже? Я не люблю вообще слово вот это вот «надо». Вот типа вот значит «надо», ну делай то, ну старайся делать то, что тебе нравится. Ну, во всяком случае, делай все для этого, чтобы звезды так сошлись, и ты, ну, как-то с кайфом работал. Вот я, мне достаточно сейчас, что мне только лишь один спектакль. Просто чисто даже физически, по энергии, по времени, вот мне достаточно. Мы его играем два раза в месяц. Угу. И то я иногда даже задумываюсь, может быть, это много. Ну, для меня именно вот с точки зрения здоровья и, ну, затрат. Хотя я очень люблю эту историю. Ну, то есть она... Я ее уже очень давно играю, просто у нас был долгий перерыв. Мы его с 17 года поставили, тогда... Сколько мне было лет? Сейчас какой год? Уже 23-й, да? Почти вот, уже. Да, в общем-то. Ну да, да, тот самый. Угу. После 22-го. Короче, там персонажу 33 года. Мне до сих пор нет еще 33-х. И, ну, я уверен, что мне будет, когда 33, я еще по-другому буду играть. Я сейчас этот спектакль по-другому играю. Угу. Ну, то есть про Эверест тебе сам процесс восхождения как бы приятен? Он приятен, и особенно он приятен, когда результат наступает, и такой, ну все, классно. Но у тебя какой-то глобальной цели нет? Слушай, нет, у меня есть глобальная цель, знаешь, какая? Я очень надеюсь, что она осуществится, но будем надеемся. Я хотел бы свободу в своем творчестве. Я хотел бы, как, например, правда это или неправда, но я слышал такую историю, что Леонардо Ди Каприо, он до конца, ну, грубо говоря, до старости, до конца своей карьеры выкупил те истории, сценарии, в которых он хотел бы сняться. Я бы хотел бы вот такой именно, чтобы я не был зависим от финансов, чтобы мои родные не были зависимы от финансов, чтобы я полноценно вот занимался вот этим творчеством. То есть вот это именно свобода, чтобы я не был зависим от... того, скажут мне да или нет. То есть вот, ну, просто кайфовать. Вот захотел, я сегодня пожарный. Захотел, завтра я вот этого классного летчика сыграл. А сегодня я вообще вот, ну, человек с особенностями, например. И ты вот так вот ныряешь и пробуешь себя в этом. Это вот такой аттракцион. Ты сторонник теории, что за деньги можно быть счастливым? Да. Просто то, что я тебя сейчас слушаю. Деньги — это бартер.
определенные. Я тоже так считаю. Есть точка зрения у людей, ну, особенно в России, что вот бедность не порог, там, что вот это деньги не самое главное, что здоровье не купишь, в том числе. Ну, понятно, да, это как бы все мы люди смертные. Но в целом я считаю, что если у тебя достаточное количество денег, то можно быть реально счастливым. И даже не то, что можно создавать условия, в которых ты будешь осуществлять процесс, который тебя приближает к счастью все время. Слак, ну вот о деньгах, смотри, я еще такую штуку слышал. Деньги, они очень раскрывают человека. Кого-то, вот кто был добрый, прям вот классный, добрый, он становится еще добрее, например. Тот, кто, ну, может, у кого-то какие-то были темные там мыслишки или еще что-то, он становится еще темнее, быть может. Ну, потому что возможности появляются. Ну, да. Больше возможностей. Угу. У тебя искушения появляются или еще что-то. Ну, я по-простому думаю, грубо говоря, вот есть у тебя много денег, да, и ездишь ты на работу на метро. Это неприятный процесс. Зимой вообще неприятно. А так ты будешь ездить в личном автомобиле. Ты станешь чуть-чуть, ну, приятнее тебе жить будет? Да, да, сколько, приятнее. Да. Ну, да. Ну, не, ну, есть тоже определенный... ну, смотри, если, а если, например, сейчас там жуткая пробка и так далее, ну, мне вот не западло будет спуститься в метро. Да, я же сейчас спускаюсь. Мне тоже. Каждый день. Ну, да. Туда-обратно. Карту тройка вперед. Пробил, поехал. Да, да. Нет, но деньги — это инструмент. И как бы ты выбираешь чуть-чуть. Ну, а для творчества так вообще? Ну, да. Ну, а для... Да, и здесь на тебе тогда большая ответственность. Что ты тогда людям ты хочешь сказать, что ты хочешь снять и прочее. Ну, в общем, что ты хочешь сказать-то с помощью этих денег как раз? Какой продукт ты пытаешься выпустить? Ну, а вот когда актеры начинают работать ведущими, это как бы профессиональный трек или это возможность как раз вот... получить эту финансовую независимость? Это разные... Слушай, я не знаю, просто ну, у меня с помощью профессии ведущего, я... мне кажется, если бы я просто был бы ответственен только лишь за себя одного, там, за свою семью, не был бы ответственен, я бы очень хорошо зарабатывал, и, в общем-то, я... Ну, мне было бы достаточно этих денег, например, ну, для каких-то простых нужд, даже просто вызвать, там, не знаю, комфорт себе, такси или еще что-то. Ведущие ведь по-разному тоже получают, как и актеры по-разному получают. Это у нас какое-то просто к артистам, быть может, у людей есть мнение, что если ты артист, значит, ты какой-то богатый, зазвездившийся, и у тебя вот много денег. Нет, 90% артистов получают гроши. И ну, только это 10% понятно. Это, грубо говоря, элита, как это называется. Миллион артистов, у меня целая записная книжка этих актеров, и я в том числе в ней. Что мы, вот, мы ездим на трамвае, занимаемся любимым делом и так далее, но мы не какие-то миллиарды получаем. И не миллионы. И не сотни даже. Ну, смотри, я по-другому вас спрошу, короче. А, если у тебя было бы достаточно ролей в кино и в театре, возможно, тоже еще были... Ну, я так понимаю, в театре ты можешь добрать в любой момент сам, сколько хочешь ролей, ты просто сам ограничился. То есть у тебя много ролей в кино, тебе платят нормальные деньги, ты будешь продолжать ведущим квиза работать, например? Выборочно, да. Не все мероприятия, но выборочно, да. То есть какие-то фестивальные вещи мне нравятся. Мне нравится драйв, мне нравятся какие-то большие фестивали, такие семейные. Вот я к ним вообще с удовольствием всегда возвращался. Я не получал там больших денег, но я же это делал. Ну, потому что мне просто кайф это было. Угу. Квизы выборочно, конечно. Я бы хотел бы вести, допустим, в том числе работать у себя на квизе, но тоже выборочно, дозированно, потому что это тоже... закрывает мои какие-то определенные эго-гештальты. Внимание в том числе. Это вот большая аудитория, это вот определенный жанр и так далее. Да, ну выборочно, дозированно. Не в таком объеме, как это, например, может быть. То есть мне бы хотелось, вот за всеми зайцами, конечно, не угонишься, но мне бы вот хотелось бы управлять этим. Ну я, в общем-то, стараюсь этим управлять, насколько это возможно. Но, конечно, хотелось бы еще большего контроля над этим. Ну, получается, что ты в начале пути, и ты сейчас, это разный объем работ, который ты берешь из-за того, что нужны деньги. То есть сейчас ты можешь выбирать, вот в этом я буду участвовать? Да, конечно, мне повезло, что у меня сейчас хотя бы все равно есть выбор. Я, ну, естественно, я там даже 3 года назад, это другой я, чем в этой точке. Но это логично, как и каждый из вас, Аня, как ты, Сулак, ну, это 100%. Да. Ну, да, в этом плане фраза «ты в начале пути», она, конечно, слушай, такая. Как пел известный поэт Элван, всегда в самом начале. Но мне кажется, это для каких-то ребят, которые только начинают, это прям мотивация, что сначала ты там делаешь все, набираешь все опыт, а потом так уже выборочно что-то делаешь, что-то не делаешь. Ну да, это правильно, это классная история, но во всяком случае у меня она получилась и сработала. Ну я много чего делал. Знаете, что я расскажу? Я когда в нашем институте еще учился, у меня было несколько подработок. Я работал в шоу с азотами,
Вот. Ну, это шоу, вообще там был молекулярный бар, угу. Мы там хлопки всякие с азотом делали, я даже спектакль один там сыграл, ну, так вот соединились мои профессии. И еще я работал на такой штуке, вот флипбук, может быть, ты знаешь, это вот книжка, 7-секундное кино ты записываешь, и потом распечатываешь, и гостю ты, угу. в общем-то, эту историю отдаешь. И однажды у меня было с компанией «Крок» вот какая история. А я к ним приехал вот с этой подработкой флипбук сделать книжку на корпоративное мероприятие. Вот, ну и все. А потом у них какая-то корпоративная программа продолжилась, и через неделю буквально я к ним приехал в качестве вот этого артиста арт-науки и делал молекулярный бар. И подходит ко мне чувак и говорит: так, стоп, ты же нам на ту неделю вроде эту книжку вот эту вот делал. Я говорю: ну да, чувак, а сегодня я тебе вот делаю молекулярный коктейль, держи, приятного аппетита, с Новым годом. Он думал, что ты делаешь только книжки. Да, а потом мой карьерный рост как вырос, как мой пошел карьерный рост, я у «Крока» стал вести их мероприятия в целом, частные там фестивали, какие-то спортивные олимпиады, в целом просто корпоратив. А потом я приехал к ним, помню, на корпоративную игру «Сквиз» в качестве ведущего уже этого шоу. Ну, ты представляешь, что «Крок» меня, да, хорошо знают. Ну и все, вот такой вот с ними поэтапный шажочек произошел. Хотя я не хотел бы преуменьшать, допустим, свою работу на флибуке или еще где-то. Это все профессии нужны, все профессии важны, но лично для себя я определил, что да, например, работа ведущим — это вот моя такая точка, где я максимально себя классно, комфортно чувствую. Мне нравится. Ты когда-нибудь отказывался от клиента? Ну, ты познакомился, пообщался и говоришь: нет, ребята, это делать я не буду. Да, было. Конечно. Ну, расскажешь, почему? Не надо рассказывать, что за клиенты, понятно, но почему, по какой причине? Слушай, да просто по энергии не сошлись, я понимаю, что это запрос, который я, ну, не хочу делать. Я понимаю, что у людей, допустим, какой-то, может быть, самоиронии, что ли, нету. Они хотят вернуться к каким-то этапам, которые, ну, мне неинтересны. Ну, вот какое-то что-то вот очень скучное, стандартное. По-старперски, давай так назовем. Ну, то есть они не растут, но вот мне нравится что-то современное делать, вот в ногу со временем. Либо если мы обыгрываем тот же конкурс какой-нибудь, не знаю, передачи «Мандарином подбородком», но мы это с самоиронией сделаем, мы не будем это делать прямо на полном серьезе. У меня были такие, вот даже сейчас у меня был клиент относительно недавно. Я приезжаю на встречу, я приезжаю со своей там программой шоу и говорю: ну, вот это можно сделать, вот это. Вот. А они, значит, сначала мне сказали так: Сергей, пожалуйста, только никаких конкурсов с апельсинами, чтобы мы попой шарик тоже не лопали, карандаш, бутылку тоже не надо. И я их внимательно выслушиваю и спрашиваю: чуваки, стоп, а что же у вас было до меня? Если вот, ну, что у вас там такое плохое было, что произошло? Да, ну, как бы, я говорю, мы можем даже хорошо эту историю сделать, но это будет именно с самоиронией. В рамках так, поржать, выстебать это в конце концов. Сулак, а ты отказывался от чего-то? Ну, в смысле, от проектов какие-то тебе предлагали, и ты отказывался? Пару раз был, да. Почему? А что отказался? Да, почему? Ну, смотри, я объясню. Я по энергии, ну, типа, не хочется просто вот это вот, внимание. Ну, у меня была одна пара, от которой я отказался. Ну, я отказался так, что я, если я отказываюсь, я говорю, что сорян, там, кое-что, там, как-то это. У них еще плавала дата, поэтому, когда они сказали дату, я сказал: блин, я туда не могу. Нет, подожди, вот, я почувствовал, да, что там... Ребята, простите, я должен гулять с собакой. Слушайте, ну есть такой формат свадеб, который называется там колхозно-быдляцкий, ну вот такой гопнический, когда люди хотят вот этого, а я понимаю, что я это не могу делать. Ну, естественно, ну и они чувствуют по вайбу уже тоже на приобщении, что что-то это не наш какой-то. Но им рекомендовали так, что они прям очень хотят. Вот. Это таких было много или чуть-чуть? Чуть-чуть. Ну, дело в том, что у меня нет регулярной работы ведущим. У Сережи она более интенсивная. Угу. У меня есть история про сарафан. То есть это знакомые знакомых, подрядчики, которые рекомендуют клиентам и так далее. То есть у меня может быть месяц там 4 мероприятия. Ну, это максимальное на самом деле. Ну, это много, 4 мероприятия. Нет, это немного. Нет, это нормально. Но это же каждые выходные получается. Нет, давайте сейчас друг друга не будем здесь. Нет, я-то думал, что это не так. Обливать бальзамами. Нет, 4. Нет, ну, как ведущий. Ну, это же одна неделя может быть 4. А может быть вообще не быть в месяц. Ничего, да? То есть, может быть, там 3 подряд, наверное. Но это летняя такая история, но это умереть не встать. Как бы. Вот я такой, я вообще не люблю больше одного в неделю. Мне вот один неделю идеально. Ну, потому что я работаю прошу с утра до вечера. Как бы еще на выходных фигачить. Вот, одно. И что-то еще было, не помню, корпоративство. Мне очень отвлекается твоя история вот про это какое-то неуважение. Вот от чего я тоже отказывался. Хотя я на таких мероприятиях пару раз, ну, с течением обстоятельств поработал. Отвратительно просто. Ты ждешь, когда эти минуты ужаса закончатся просто.
Слушайте, а в чем проблема ведущих? Ну вот, контекст такой, что как бы мы работаем с ребятами, которые там могут выходить на сцену. Почему их так мало? Почему так сложно найти нормальных ведущих, нормальных людей, которые выходят на сцену, говорят, чтобы это было не кринжово, чтобы это было уместно? Откуда? Почему? Можно я вырву свой? Почему так сложно найти нормальных людей? Ну, людей-то больше, чем ведущих. Нормальных. Ну вот с организацией, ну вот, простите, я... У меня есть ответ. У тебя есть ответ? Ну, конечно, я думаю, что ведущий — это очень такой комплексный, это супермен такой публичных выступлений. Нужно уметь публично выступать, говорить, стоять, жестикулировать, богато говорить, а еще нужно как-то выглядеть. Ну, то есть дофига всяких качеств надо иметь, и это еще и в одном человеке должно сойтись. Но этому же не научить. Этому научить, ну, смотри, чему. Есть же разные там стороны. Чему научить? Публичному выступлению научить можно. Ну, таланту да. Научить, вот как у вас, у актеров, это вот к вам, как об этом, как вы об этом думаете? То есть вот талант актерский, с этим рождаются? Знаешь, такой вопрос был, типа, вот кто из них более талантлив, Месси или Криштиану Роналду? Вот, ты понимаешь, это два разных таланта. Вот ты же понимаешь, что это два разных человека. Прости, просто. Я впервые вчера был в баре. Да. И был соседний столик, там было 9 парней, и один из них очень сильно был уже пьяный, и он просто унижал Месси и кричал, что Криштиану Роналду самый величайший игрок. И это было шоу для всего бара. Сейчас спроси, мне друг актер написал, он знает, что я здесь, он спросил, как ты? Он просто спросил на подкасте, как дела. Можем ему записать что-то, кружочек? Да, конечно, отсюда можно прям записать. Пусть люди, кто в Яндексе Кирилл, привет, слушают. Мы сейчас находимся прям, ну, в эфире, да, по факту мы находимся. Я решил тебе кружочек записать. Это Сулака, это Аня, они ведущие. Кирилл, привет. Вот там находится камера. Все, не болей, пока. Спасибо. Все, мы передали привет. Тебе по-любому надо выпускать этот подкаст. Да. Не получится так посмотреть. Ради Кирилла хотя бы, личную ссылочку. А мы с ним просто, ребята, извините, мы с ним просто договорились, когда... Еще было прекрасное шоу «Вечерний Ургант», что если вдруг кто-то из нас раньше по времени попадет в гости к «Вечернему Урганту», мы выйдем в футболке друг друга, короче. Ну, то есть я с его футболкой. А он кто раньше попадет на диван, да? Да, кто раньше на диван попадет, тот... Ну, это, кстати, как и типа Эвереста, да? Да, да, это тоже, мне кажется, ну, такое. Одно из. Черт, конечно. Да. Нет, не Эверест, это классная остановка просто, ну, это очень здорово. Это такой чек-лист, типа, да. Сняться у Жоры, там, попасть к Урганту. Это хороший чек-лист. Ну, да, да. Я помню мощный. Счастливое лицо Оксимирона, когда он выходил на диван. То есть даже он в том, ну, он уже был, как бы, кем он является, но он с таким фейсом выходил, светящимся. Ну, конечно, это первый канал. Не, ну это круто. Я, кстати, недавно поработал с командой Урганта. Что ты делал? Что ты делал? Расскажи. А я могу рассказать. А мы от Сквиз, короче, появился новый продукт, это ВК-квиз. Вот, теперь бывший клевер — это ВК-квиз теперь. И здесь у меня была закадровая история. Я работал с гостями, я, в общем-то, их как на «Вечернем Урганте» мы с Митей Хрусталевым разогревали, назовем это так, общались, кто откуда, чего и как. Вот, и Митя это все дело вел, а звезды играли в квиз. ВК-квиз уже вышел 20 числа, шоу. И вот новогодние эфиры еще будут скоро тоже с Константином Анисимовым из «Вечернего Урганта». Так, ВК-квиз — это ВК, соцсеть? Да, да, соцсеть ВК. А, и в ВК выходят какие-то эфиры? Да, и на платформе ВК выходит ВК-квиз. Это продукт с квиз как раз. Прикольно. Прикольно. Да. Почему-то я про это слышал, когда ты стал объяснять, я понял, что я про это не слышал. Это типа как есть ВК-фест, ВК-квиз, вот это вот? Ну, наверное, так, да. Прикольно. ВК захватывает нашу жизнь. ВК захватывает, да, потихонечку. Очень много рекламы сейчас, ВК-музыка просто везде. ВК-подкасты. Да. А мы туда шагаем? Мы туда плывем. Пока. Да. Но я надеюсь, что сейчас мы парус поднимем, и нормально все. Про ведущих мы говорили, да, талантливые, да, ну да. Ну, слушай, у меня есть ответ про Месси и Роналду. Я просто близок к футболу. Ребята. Ну, давай. У меня здесь все просто. Аня, понимаешь, есть гении. Вот Месси — это гений. А есть генич, да. А Роналду хороший мастер для меня. Он мастер своего дела. Можно назвать величайшим. Вот, но Месси и Роналду — это вот гений и мастер. Ну вот смотри, есть такая история. Говорят, что Месси вот стоит, не знаю, забить просто на тренировки и ничего не делать. И, в общем-то, там через недели-две он все равно, если даже ничего не делал, он вышел и, в общем-то, он гений. Уровень не потерялся. Гений. Роналдо, он больше, у него талант к трудоспособности, то есть себя вот так вот работать. Хотя, опять же, это мы можем судить только по соцсетям, по историям, которые мы видели, да, с телека. Все, ну, по играм, по этим. И здесь та же самая история. Какой-то ведущий, вот он талантлив, вот ему надо, вот он может вообще просто забить на все. И, типа, свой скилл как-то бац, вышел, и, типа, да и все хорошо. А кто-то вот регулярно там работает над речью своей, над публичными выступлениями.
Вот да, ты же слышишь, как я разговариваю? Я же просто, да. Ну, это же как бы не формат там актера, ведущего. Нет, ты... Постоянные там слова-паразиты, там, мне не поставленный голос. Мне а у меня сколько слов паразитов сейчас прозвучало? Нет, у тебя все звучит прекрасно, поверь мне. О, бальзам. Что происходит? Боже, я тут... Вот, я же ничему не учился, даже не собираюсь учиться. Я даже речевую разминку перед мероприятием не делаю. То есть я не стою, не проговариваю слова. Так я тоже с пробкой там не стою. Ну... Я не знаю, как вы стоите. Нет, я знаю просто много ведущих. Вот я в паре, у меня был такой печальный опыт, ненавижу. Ой, в паре это самое сложное. Я очень большая редкость в паре, когда все прекрасно, когда вот эти два эгоиста сошлись и поют одну песню. Да. Вот, и я же видел, что он делает. Я думаю, господи, боже мой, почему я этого не делаю? Подожди, ты реально ничего не делал? Ну, ты читал что-то, ты как-то учился? Нет, ты просто, как ты стал ведущим? Просто... Да это не, нет, это, нет, вы просто... меня позовите в этот подкаст, вот на то место, я вам расскажу. Нет, подожди, просто ты реально ничего не делал? Нет. Ну, Сережа не может сказать того. А потом что сказали, типа, вот он в белой рубашке и в этих очках, вот он молодец, а тот, кто разминал речь, он... Ну, как произошло-то в итоге? Нет, там был хороший ведущий. Нет, там хороший был ведущий, из-за которого я, собственно, тебе больше не хочу работать в паре. То есть я точно знаю, что он лучше меня, как ведущий. Точно, стопудово. Слушай, а я кайфанул тут в работе со многими именно такими... Ну ладно, я поделюсь, я с комментаторами, я смотрю коммент-шоу. А я видел у тебя, да, с Гудсайтом ты был. Я был с Гудсайтом, и я знаком теперь еще с Денисом Казанским. Mm-hmm. Вот, и... Ну это все как раз благодаря Сквиз, я со многими артистами поработал. Я очень... Знаете, у меня нет такой тряски, вот артист там вот передо мной в плане, вот какой-то вот такой артист там, я с уважением отношусь и прочее. Но вот к комментаторам, поскольку я очень люблю футбик там и так далее, я вот типа, блин, вот это здорово, вот это вот для меня классно, величина. И вы знаете, они невероятно простые люди, и в первую очередь они профессионалы, что они очень уважают твои границы, и с ними невероятно комфортно работать в паре. Нет такого, что мы сейчас вот, а я вот так могу, а я вот, значит, вот так могу. Нет, просто вот. Но эти комментаторы, конечно, новые волны. Ну, в принципе, откуда у них может быть вот эта история про пару? Они же да, они просто простые. Работают. А смотри, а у них просто они этот путь. Работают. Они не только комментаторы, они же по факту-то и ведущие передачи и так далее. Они просто, они шли как раз, у них здоровая карьера в каком плане? Здоровая с точки зрения медицины. Они сначала где-то, вот, например, в своем городе, там, например, вот, ну, просто потихонечку там вот шли, как-то добились вот этого. Потом потихонечку уже там, например, в Москву переехали тоже, потихонечку вот эти все плоды, они в усилий, и вот у них как-то адекватное восприятие вот этого вот этой какой-то славы, еще чего-то, и плюс из этого всего выстраивается такой адекватный опыт, и все. Ну, как бы с ними очень человечно вот работать. То есть они понимают, они в твою шкуру могут зайти, понять тебя, что происходит в данный момент. Я сейчас не понимаю, ты нашла ответ на вопрос, где взять талантливых ведущих в университете? Да? Нет, я не нашла. Ну, получается, что нигде. В универе именно? Ну, вот смотрите, вот у нас есть много... Нет, я все о своем. У нас есть много студентов, и вот, я не знаю, каждый год там десятки хотят стать ведущими. Но я прям смотрю и понимаю, что, ну, не получится, нет. И как они говорят, ну, научи, как их научить? Что тут такое? Что должно вот реально... Вот можно ли как-то научить людей, чтобы они были классными ведущими? Я просто не проходил именно курсы ведущих. Я не знаю, у меня как-то... Но вы же... Вот, но я тоже ведете. В нашем институте тоже много чего вел. И, в общем-то, моя большая история началась именно ведущим с института, наверное, по большей части. Я сейчас не беру выступления в школе, когда ты с папкой стоишь, там объявляешь. Следующий коллектив 9 А — «Ромашка». Это великолепно. Да. Опять мы возвращаемся к трушности какой-то. Вот этой вот просто настоящности. Вот это вот. Вот он адекватный. Вот да, хочется реально классных. Но... Просто, ну типа адекватный. Он в моменте, он в ногу со временем там. Я просто не знаю, как это объяснить. Как таким стать и так далее. Я к этому сам тоже стремлюсь. Я себя, если посмотрю сейчас институтского, я уверен, что там и так, дорогие друзья, я в пиджаке, и я именно ведущий. А не чувак просто, который именно от слова... Вот, смотри, ведущий от слова «ведет». Давайте вот к этому. Ну, типа, он ведет процесс, он просто грамотно управляет, распределяет всю эту энергию. А есть ведущий, что я вот сам по себе, я вот потому что вот такой, а ничего не происходит. Ты ему не веришь. Я что-то напрягаюсь из-за фразы «так, дорогие друзья». А что тебя раздражает в «дорогих друзьях»? Ну, это моя это то, что как бы это клише. Я сам это использую, конечно. Ну да, это клише просто. Это просто такое. Тебя бесит, что, грубо говоря, когда ты постоянно говоришь «дорогие друзья, друзья, друзья», ты как бы обезличиваешь этих людей и общаешься с ними. Не, просто ты видишь, что чувак вышел, он пустой перед тобой. Вот и все. То есть, и так, дорогие друзья, можно по-разному сказать. Шаблонная история. Да, шаблонная история. Ты, ну, просто не. И там, давайте поаплодируем. С чего-то я вообще должен сейчас чему-то аплодировать. Ну да, есть такое, да.
Но я сам к этому пришел только спустя опыт, время и еду. А я, знаешь, что делаю? Я на самом деле, если я понимаю, что вот сейчас это все не нужно, я вообще, у меня диджей играет, все подходит организатор, говорит, а у нас будут еще какие-нибудь конкурсы? Говорит, танцуют, общаются, давайте не мешайте. Давайте не мешайте. Они говорят, я говорю, ну нет, если надо, я могу сейчас провести, вы же понимаете, я и так работаю, стою. Я говорю, ну в целом и так все отлично, у вас отличный праздник, не мешайте людям. И у меня полсценария не реализуется, остается вообще. У меня откликается твоя история. Это называется вот, для людей. Вот у них сейчас праздник происходит. Вот это момент трушности. То есть ведущий чувствует, что ребята, им сейчас не надо, чтобы кто-то их отвлекал, общался. Все, корпоратив удался. Происходит взаимодействие как раз. Вот, откликается очень сильно. Ну, для меня это было удивлением. Я была на свадьбе первый раз вообще в жизни, когда помогала Сулаке на свадьбе. И я ожидала, что сейчас Сулака выйдет, и он поменяется такого, станет ведущим каким-то таким необычным. А тут Сулака выходит, он обычный. Mm-hmm. И это так естественно как-то. В трениках. Ну, нет, ты никогда не ходишь в трениках, наоборот, в костюме, как обычно. Вот. И реально, мне кажется, что сейчас в целом тренд на вот эту вот трушность, она везде. На искренность. Да, искренность. Да, да. Mm-hmm. Но, вот, когда ты не чувствуешь, что человек играет, а вот нет вот этой грани, и ты понимаешь, что, о, сейчас вот он говорит по сценарию, а как-то все естественно ложится. И это, наверное, в актерах также мы чувствуем, что уже да, то же самое. Что-то такое. Слушай, ну в актерском и в ведущем, ну опять же, не всегда же это все получается. Иногда что-то может пойти не по плану. В каком плане? Быть не настоящим? Ну да, ну то есть там где-то какой-то артист, вот он органично, а где-то нет. И все это зависит от многих факторов. Ну, то есть от сценария. Вот все шло вроде нормально, а потом фига, когда такой, а что происходит? И вообще, что произошло-то вообще? Что-то не хочется смотреть дальше. Угу. Но еще важен первый раз. Вот у ведущих. У всех важен первый раз. Это вообще однозначно. То есть если у тебя первый раз прошло хорошо, и ты понимаешь факторы успеха, а если первый раз плохо, то все, уже здесь таракан будет сидеть, ты будешь все время возвращаться к этому. Сулак зависит уже от эмоциональной зрелости человека. Даже если он там какой-то юный и так далее, он уже должен понимать, что если действительно это хочется, ну окей, первый блин комом, ну давай перепрограммируй себя, проанализируй, иди вперед, если тебе хочется. А вот еще есть другой тип таланта, мы говорили, есть люди, которые, ну, они просто действительно искренне старательно, и рано или поздно они свою нишу просто это тоже находят. Такие, о, все, теперь понял, как. Ну, да, ну про зрелость согласен. У меня вот, я работаю ведущим, считаю сезонами. У меня сезон начинается, мой личный начинается в октябре, ну, так исторически. И у меня был четвертый или пятый сезон летом. Летом, это были, как бы пустота была, мало мероприятий, а потом прям две свадьбы первые. Подряд. А я видел, пятница, у тебя суббота. В ежедневнике написано, смотри, сентябрь, сав-ктябрь, сав-ноябрь. Да. И было две свадьбы, и две провал просто. Ну, честно скажу, не по моей вине, но поэтому обе провальные были. То есть там как бы что-то деньги не хотели, прям одна за другой. И через неделю была еще одна. Я такой думаю, так, ну и мы спокойненько, и она отлично прошла. То есть не было, но настроение было ужасное. Но как бы чисто профессионально я понимал, что идите в баню, это не я. Угу. Да, эмоциональная зрелость важна. И у заказчика в том числе, чтобы была эта эмоциональная зрелость. А вы про мероприятие, помните, спросили? Мне нравится вот разрушать вот эти какие-то жанры определенные, раскрывать какие-то кулисы иногда. Вот иногда бывают случаи, я их, кстати, очень люблю, когда что-то пошло не по плану, ну, технический сбой какой-то там произошел, что-то телеки отключили, свет вырубили, еще. Это же классно. И мне нравится, чтобы тоже аудитория, она как бы понимает, что что-то не так, но это все равно жизнь, мы же веселимся, сейчас же классный какой-то момент вот на корпоративе. И я очень люблю шутить про смету там, я говорю, там, например, ребята, мы вынесли вам бы еще бы, ну, там, не знаю, бутылочку шампанского, если бы у нас смета была бы немножечко побольше. Ну, то есть это такие организаторские вот такие вот шуточки. И мне нравится, когда организатор такой, ха-ха, ну, это правда смешно же, здорово, и зритель такой тоже, ну, то есть гости там такие, ха-ха, как здорово, они пошутили вот про это. А кто-то сразу, что он сказал? Я наоборот напрягаюсь. Да, ты напрягаешься? Я напрягаюсь, когда идет мероприятие, и я понимаю, что ведущий как-то вот эту внутреннюю кухню выносит и говорит, ой, там вот у нас поломалась аппаратура. Я думаю, ну ты чего, нельзя же. Не-не, а можно это негативно преподнести? Ой, ну какие там плохие там. А можешь просто сказать, ребят, ничего страшного, у нас молния ударила в наше здание, но мы же с вами здесь, есть плюс. Ну там, ну и все, и пошло. Ну вот это тоже про какой-то профессионализм, когда это ведущий тоже не теряется. Что мы ушли вообще в эту тему, но это... Да не, ну это мы просто все вокруг трушности и так далее. Это мы, ладно, свое профессиональное обсуждаем. Mm-hmm. Там много чего, историй.
Я вспомнила свое первое мероприятие большое, которое я вела. Ну, в целом, я вела до этого. Это было первое большое. И я думала, что я больше никогда не выйду на сцену. И потом мероприятие закончилось. Я вот так вот спускаюсь, еще на каблуках спускаюсь. И ко мне подбегают друзья и говорят, это было обалденно. Все так классно, все так хорошо. И я выдохнула прям. То есть в моменте мне казалось, что все плохо. А потом, когда получила обратную связь, я расслабилась. Это было мое первое большое мероприятие. И все. И потом я как бы уже пошла, поехала. И вот твоя точка опоры. Ты расслабилась, ты поняла, что, оказывается, можно, класс. Да. И, типа, ну вот я получила вот этот, да, фидбэк. Да. И... Ну вот, видишь, расслабление. И вот круто его, короче, находить на, в рамках даже своей работы. Ну, такое правильное расслабление, вот какой-то... Поток. Да, поток, платформа, давай назовем так, платформа, на которой можно ставить платформу расслаблений. Я слышал один отзыв о Сереже, когда ты студентом вел концерты МГПУ на Воробьевых горах. Ого. Туда тебя Кристина звала, скорее всего. Да. Слушай, вот там я прям, как тебе объяснить, это одно из тех первых мероприятий именно масштабных, где я такой прям вот как с каким-то кайфом просто был. Вот понял, ты вроде ведешь, а ты вот вроде, ну просто, да классно все просто. А я в то время работал СММщиком, университетским СММщиком, и мы про это писали в группе РУ МГПУ, собственно, я видел фотки, я такой, да, я как-то так отметил, там, Сергей Балашов, ведущий МГПУ, все, да. И когда, значит, был Red Brick Party в 2018 году, я ему пишу, я говорю, Серега, не хочешь ли ты портфолио пополнить стадиумом? А ты тогда был студентом? Нет, он уже все, он уже выпускник, 18, 16, да, да. Ты 2 года как закончил, да, я ему пишу, значит, тра-та-та, он мне отвечает и говорит, ну, я, говорит, работаю только за деньги. Я думаю, молодец, какой хороший ведущий, это настоящий профессионал. То есть даже на Red Brick и Stadium он не клюнул работать бесплатно ради портфолио. Это же приоритет, слушай, был, ну, скорее всего, у меня, возможно, что-то там было даже обычное, стандартное, я не помню. Это какой-то еще раз сказал год? 18-й. 18-й год. Октябрь-ноябрь 18-го. Ну, октябрь-ноябрь, там уже что-то подступило 100% в этом. Ну, конечно, приоритет деньги был. Да, нет, это показатель как профессионализма, что человек поценит свою работу и готов брать. А это нормально, потому что, ну, это бартер. Нет, конечно, я много чего, скажем так, безвозмездно сделал, но там тоже какие-то мои просто интересы были. Ну, мне вот просто классно было находиться. В аудиоверсии подкаста это будет неловкий момент, поэтому давайте продолжим. И это тоже мой дельфиний смех. Вот это вот. А вот знаешь, откуда появилось? Про профессию актера. Я играл в спектакль еще, когда был в театре «Компас», и, по-моему, я в институте учился. У меня был спектакль про троих чуваков-французов. Серж, Иван и Марк. И вот Серж, он купил абсолютно белую картину. Но она стоила как квартира. Ну, вот и он видел в ней какие-то охристые линии, цвет там или еще что-то. И был другой чувак, персонаж, он Марк, он инженер, и он не понимал, как Серж мог купить вот это вот там за 60 тысяч евро. И третий чувак между ними был Иван, это моя роль была, между двух огней. Ваня, короче, через 2 недели женится на девушке из богатой семьи и работает чуваком, возится с констоварами. Ну, то есть весь он такой вот, вот такой вот. И я там себе придумал персонажу вот такой вот смех. И все. Пока. И да? Ты теперь реально так смеешься? Я так смеюсь. Вот когда я так, типа, завожусь, я уже вот туда ухожу. И сейчас все вот, что там произошло? Да. У меня есть вопрос. Да. Еще один, значит. Моя бабушка очень любит всех. И вот когда я прихожу, ну, в смысле, просто людей любит. Я когда к ней прихожу, она говорит, Аня, тебе... Ты актриса должна быть, тебе вот на сцену надо. И вот, ну, в целом, есть такая вот эта тенденция, знаете, когда приходишь к бабушке, она тебе говорит, вот, ой, на сцену. Вот, ага. Насколько реально люди, вот, ты, может быть, встречала людей, которые талантливые, классные, ты в них видишь какую-то вот эту актерскую историю, но они не в этой сфере, и ты понимаешь, что актерами они бы были крутыми. Ну, вот, если не говорить о том, что все мы склонны к каким-то талантам, и все мы к чему-то там, если работать, то добиваться, вот, реально было ли у тебя такое, что ты смотришь и понимаешь, вот это бы человек хорошо смотрелся на сцене, ему там хорошо. Моя театральная студия «Фантазеры», именно мой поток, я с 6 лет до, ну, практически, да, до 17 там, я занимался в театральной студии «Фантазеры», вот, это просто обычный бывший дом пионеров и так далее, но мы очень много с нашей студии чего поставили, много где участвовали, у меня многие ребята, ну, то есть большинство не пошли по актерской профессии. Конечно. Есть, да. Я не знаю, вот. Ну, а что, они были реально прям такими талантливыми? Они очень талантливыми были. Не, ну, во всяком случае, они точно какую-то нишу в театральном мире уж точно заняли бы. То есть они, правда, были бы очень талантливыми. А почему они не пошли, как ты думаешь? Вот это, знаешь, это про какую-то похороненную такую мечту, вот эти вот ребята, которые идут на математиков. Ну, знаете, ну, я не знаю, но кто-то слушай, все из детства идет. Видимо, может быть, были какие-то психологические травмы, неуверенность в себе, еще что-то. Кто-то не подсказал, не направил. А потом уже как бы, как кажется, что стало поздно.
амбиции, может быть, правда, были не те. Ну, то есть, ну, от амбиций тоже много чего зависит. А люди в эту профессию, мне кажется, и в профессию ведущего, и в артисты приходят все равно закрывать какие-то свои эго-гештальты. Ну, то есть во внимании и так далее. Может, им это и не надо просто. Они вот тогда эту историю прошли, и все, и насладились этим. Все, им больше это не надо. У кого-то так. У кого-то психологические проблемы. Подожди, то есть ты закрываешь какой-то эго-гештальт? 100%, конечно. Я когда выхожу, в том числе к аудитории, неважно, это квиз или какая-нибудь, ну, какой-нибудь еще там концерт, который ты ведешь или еще что-то, и вот перед тобой есть вот большая-большая толпа, да, конечно, я вот это вот внимание получил. Вот я, ребята, здрасте, вот такое-то, такое-то, все классно и так далее. Я скрывать не буду, конечно, в артисты люди, ну, то есть это глупо скрывать даже. Но зато потом, я говорю, я превращаюсь в мега скучного человека. То есть, если бы ко мне еще потом бы приставали бы в метро или еще где-то фоткаться, ну да, мне было бы, наверное, ну напряжно мне было бы. Я хотел бы, наоборот, уйти, спрятаться там, вот, типа, вот свой домик. Собственно, что я делаю. Я была уверена, что это миф. Ну, что вот артисты, актеры идут для того, чтобы что-то там как-то... Нет, я честно, слушай, абсолютно честный ответ, что, конечно, эго-гештальт закрывается у многих. Ну, блин, опять же, не говори за многих, но по опыту просто общения. Ну, это интересная тема в плане, кто куда вообще идет, по каким причинам. Потому что мы же можем разбирать это. Почему люди идут врачами работать, учителями? Насколько осознанный их выбор? Может быть, человек классный врач, а выбор он делал неосознанно. Может, его родители заставили. Говорит, будешь врачом. Но он так, как бы, ну, смирился такой, спокойный. Вот, стал классным врачом, а при этом выбор делал неосознанно. Ну, опять же, сейчас это подумать, что я пошел за только лишь из-за эго-гештальта, и абсолютно правильно подумайте. Не, я просто другого ничего не умею, вот мне кайф. Я же, ребят, я же снимаюсь в сериалах, которые вы даже не смотрите и так далее. Мне сам процесс кайфовый. А потом я посмотрел, о, вот такая вот история получилась. Типа вот этот мэджик произошел. Ты вот это сделал, вот это сделал, вот это сделал. Ну, кстати, ну вот у ведущих, мне кажется, это еще более обостренно. Ведущие же не нарциссы все вот эти вот ребята-то. Ну, я вот остался нарциссом только, мне кажется, наверное, быть может, на сцене в какие-то моменты, потом все нормально. Научился. Во, это моя победа, искренне говорю, научился. Вот, я говорю, все, закрыл. Я реально, я мероприятие закончил, я прям скрываюсь как будто. Вот именно не потому, что я такая звезда и так далее, я просто не хочу, чтобы меня трогали. Все, я работу выполнил. Все. Все-все-все, сейчас мне надо отдохнуть просто психологически. Ну, это естественно, мне кажется, ты отдаешь энергию, все, и ты настолько выдохся, что ты потом без сил и не хочешь общаться. Да, мне, безусловно, приятно, там, если какие-то есть, какая-то обратка есть, там, комплимент или еще что-то. Я это все принял и так далее, ну все, я такой бегом-бегом оттуда. Бегом-бегом. Я сказала, Сережа сказал, Сулака. Про что? Про обратную связь, но важна, конечно. Нет, не про обратную связь. Ну вот что-то вот после того, как ты что-то провел. Ну, у меня конечная точка — это обратная связь публики. То есть мне важно, даже если там все плохо, но если меня приняли, и мне, как бы, я понимаю, что я понравился. Мне очень важно понять, что я понравился. Если я понимаю по ходу, что я не нравлюсь, это самая большая трагедия. Ой, это отвратительно. Дело даже как бы не в гонораре, и мне могут... То есть я понимаю, что я вот этой публике не понравился, они на меня смотрят, что-то там обсуждают, комментируют. Ой, это прям хочется удушиться где-нибудь в углу. Да. Эго-гештальт. Ну, ты понимаешь, да. Очень серьезный причем. Ну, то есть они могут в КП сидеть, они могут быть все колхозники. Но если я понимаю, что они меня приняли, и они в восторге... П, приняли. Пофигу вообще. Пофигу. Поехали, платите. Поехали. Папарарабика. Парни. Правильно. Прикол. Подкаст. А вот мы, Аня, по мне спрашивали про... А тебе нет, часто говорили? У меня немножечко другая история. Я не веду коммерческие мероприятия, я веду только в университете. Да, я ничего не вела коммерческое, мне кажется. Вот, а в университете мне не отказывают. Ну ладно, нет, на самом деле... Там говорят, помогите. Нет, на самом деле просто так получилось, что сначала мне долго отказывали. Не то, что отказывали, а долго как бы я не пробивалась куда-то наверх. И я очень такими... маленькими шажками, сначала там маленькое мероприятие побольше. Я вот так вот уверенно забиралась, и потом было назад, там, то есть если я назад отступаю, то это было не так уж и низко падать. Вот, поэтому как-то так получается, что, ну вот, как-то... Все впереди. Я в твоем возрасте вообще занимался другими делами. Ну да, кстати, вот может быть у меня еще... О которых нельзя говорить в эфире. Аспирантура. Да, но я думаю, что... И те тоже дела, да. Но теперь я знаю, что если говорят нет, то нормально. Абсолютно нормально. Типа, ну окей, нет и нет.
Ну, а ты хочешь заниматься коммерческими ивентами? Вести коммерческие ивенты? Мне, наверное, интереснее было бы вести какие-то, не знаю, может быть, ток-шоу, передачи. Короче, моя мечта — это кулинарное шоу, чтобы ко мне приходили звезды, и я с ними, вот, и чтобы это много человек смотрело. Вот, то есть вот... Смак? Ну, типа того, да, что-то типа смака. Но вот при том мне хочется, не знаете, не на телевидении, а какой-то вот, допустим, ну, вот так... Там, смак в Яндексе. Ну, короче, в какой-то компании, и ко мне там приходят люди, и я... Ну, короче, что-то такое. Да. Вот, ну, вот, да, вот о таком бы я помечтала и поставила бы себе вот эти галочки, чтобы сначала поотказывали, а потом я собралась. Смак вот. В Телеграме, прикинь, вот просто очень короткая передача. Ну, так, ну кружочек. Просто кружочек. Всем привет, у меня в гостях Саша, Маша, они мои соседки, сегодня готовим торт. Все, пока. Нет, ну там готовка нужна. Вот. Если я вас когда-то приглашу вести, ой, не вести, а готовить ко мне в передачу, знаете, что моя мечта сбылась. Ой, это классно. Я просто, мне кажется, я не очень хорошо. Я вообще в целом не готовлю, мне я кажется. Я тоже. Вот. А, поэтому ты хочешь это хоть где-то делать, хоть на работе, типа. Да, да. Не готовишь? Mm. Ну, времени нету, и как-то вот, вот, прикинь, вот это мой минус. Меня когда спрашивают: Сереж, ты любишь готовить? Ну, нет, с кем-то, да. А один это... себе что-то, чтобы... Да нет, конечно, я вообще... Ну, там, простое, конечно, там, котлетосы пожарить, не знаю, гречку отварить, еще что-то. Ну, такой уровень, там, какая-то яичница. Яичницу нормально могу сделать. Вкусно даже, прям как практически там тостик обжарить. Вот, а вот что-то вот там борщ приготовить, еще что-то я... Сначала надо помидорки потушить. Помидорки мелко нарезанные потушить. Можно чуть-чуть кетчупа налить, все это поразмешать, все потушится, потом заливаешь яйцами. Зеленюшечку. А, колбаску пожарить можно мелко. Отнимает твой хлеб. Очень, это очень. Смотри, а я еще сказал, отнимает твой хлеб. А мы как бы кулинарным шоу. Я не ел с утра, это очень вкусно звучит. Да. Пальчики оближешь. А ты любишь, да, готовить? Это творческий процесс очень такой. Ну, я не то, что люблю готовить, а... Мне просто надо есть, я же человек. Как-то прикольно это. Mm. Ну, как-то это, в этом есть что-то. Да не, я иногда, я могу, если я там втянулся, что-то сделать, но вот на регулярной основе нет. То есть я забью, то есть я выберу, наверное, я все-таки выберу доставку там продуктов или какую-нибудь доставку пищи готовой. Я просто вырос в семье, где мама готовит так, что как бы там, это просто ассирийская семья, это всегда стол, там, если сядешь поесть, там, три блюда будет, и это всегда вот эти домашние праздники, это вот столы, все, пять видов мяса будет, курица такая, сякая, свинина отбивная, это, и как бы когда ты в таком растешь, ты просто не можешь не хотеть готовить, потому что, ну, ты не можешь есть, там, макароны с сосисками, это как бы считается такой едой, типа, это что, еда? Надо обязательно что-то зажарить в каком-то соусе, вот такое. Блин, прикольно, ну да, слюнки уже потекли, хотя я очень люблю макароны с сосисками, очень классно. Я тоже сейчас хочу макароны с сосисками, мне пофигу. А, у меня однажды в этом, про кино хотите поговорим? У меня однажды кинокорм был, там было на выбор что-то. Рыба там что-то, вот что-то, еще что-то. Ну, какие-то такие блюда, ну, там, какими-то соусами. И были реально макароны с сосисками. Я выбрал макароны с сосисками и винегрет. Потому что они были, ну, вообще в целом кинокорм, если там, ну, более-менее нормальный проект, он вкусный такой приезжает. Кинокорм — это какой-то для животных, как будто. Блин, ну такое вот есть сленговое понятие — кинокорм. Ну, там нормально? Да, нормально. Тут насыпали в миску, говорят, жри, мы, и все. Мы должны как-то позаботиться о человеке. Зачем? Ну, не знаю. А как вы? Не, ну вот называется кинокорм. Все. Не знаю, почему такое понятие. Как комбикорм. Да нет, да ты просто ешь глазами. Есть разные люди, кто как ест. Есть же люди, которые заказывают всякую еду, это непонятно. Вот я не могу, мне надо понимать глазами, что я буду есть. Вот это макароны, сосиска, все. Ну, макароны, сосиска, ну, что вкусно приготовить. Режешь сосисочку на три части, надрезаешь с каждой, зажариваешь. Ну и все, вот у тебя уже не просто сосиска, а макароны с мелко нарезанными сосисочками. Хороший ведущий, да, и конкурс интересный. А, да, значит, вообще. А когда это делают все гости? Спасибо вам. Спасибо тебе. Нет, спасибо тебе. Нет, спасибо тебе. Нет, тебе спасибо. Стоп, бальзама еще нет. Вам спасибо. Спасибо тебе. Спасибо где? Спасибо. Себя прилично. Спасибо. Быстренько обсудим. Подкаст с выпускниками о жизни после учебы в университете.